Всем привет, друзья, я Дов. Сегодня мы будем разбирать телефон-фотоаппарат Galaxy S4 Zoom. Будем менять гнездо зарядки. Не заряжается аппарат. Если заглянуть внутрь, то можем увидеть, что там элементы воды, ржавчина, вот, ну и вследствие чего телефон у нас не заряжается. Сразу скажу, я заранее разобрал данный телефончик, чтобы не тупить перед камерой, потому что достаточно, не сказать, что сложно, но для первого раза, наверное, все-таки сложноватая конструкция. Все-таки это не совсем телефон. Samsung Galaxy S4 Zoom. Такой вот зум у него огромный. Все, наверное, видели в магазинах. Бум на эти телефоны уже прошел. Наверное, не прошлогодний. По-моему, даже 2000 года выпуска телефон. Если я не ошибаюсь. 10-кратный зум. 16-мегапиксельная камера. Двухъядерный процессор стоит. Вот гнездо зарядки на него идет от Galaxy S4, точно такое же. Вот, поэтому если нужно будет кому-то заказать заранее, можете заказывать гнездо от Galaxy S4. Итак, давайте приступим. Заранее включаем паяльник, снимаем два нижних винта, снимаем батарею, снимаем верхнюю крышку, вытащите карту памяти, если она у вас есть, аккуратно снимаем верхнюю крышку, снимаем антенный модуль. Чтобы не путаться, сразу скажу вам, что вот в этом месте, вот непосредственно над гнездом зарядки, находится у нас два коротких винта такого же цвета, как и все, серебристого. Вот, все остальные винты длинные, такие, как мы сняли снизу, вот такие вот. Можно смело разбирать, не запоминая, если вы смотрите это видео. Вот они, видите, винтики чуть покороче, они идут вот сюда у нас. И еще один короткий винтик у нас закручен с торца сбоку, вот здесь вот, черного цвета. Снимаем его. И дальше уже скручиваем все винты. У нас будут впоследствии длинные. Отстегиваем механизм зума. Снимаем. Далее.
Вроде все открутили. Аккуратно соединяем эту рамку. Отщелкиваем клипсы по периметру. Снимаем пластик с разъема зума. Отстегиваем разъемы. Так, вот это я так полагаю, разъем дисплейного модуля, судя по всему. Здесь коаксиальный кабель, еще один винтик системной платы. Тоже, кстати, короткий. Вот отсюда вот мы скрутили. Так, откручиваем модуль вспышки. Тоже короткий винтик. Снимаем. Отстегиваем вспышку. Снимаем модуль. Далее отстегиваем шлейф, разъем шлейфа. Это у нас нижний модуль кнопки Home. И извлекаем системную плату. Вот еще один разъем здесь у нас. Отстегиваем его. Итак, сняли системную плату. Зажимаем ее держак. Так, как бы так поудобнее ее зажать, чтобы всем было хорошо. Новое гнездо зарядки сразу приготовим. +350 градусов. Выставлена температура воздуха. Добавляем флюс. +380 выставил я, поднял немного,
снимаем испорченное гнездо и сразу ставим. Своим весом опускается, немного прижимаем, и отпускаем. Сейчас я проверю контакты под микроскопом, но, судя по всему, все у нас село нормально. Убираем держак. Проверяю под микроскопом. Все отлично. Для уверенности. Итак, собираем. Вставляем системную плату. Сначала застегнем вот этот разъем. Потом уже ставим системную плату. Разъем из зума вытаскиваем. Аксиальный кабель у нас остался под системной платой. Еще раз. Стягиваем коаксиальный кабель. Разъем объектива. Разъем нижнего модуля. Пластик. Короткий винт идет у нас вот сюда. Один. И второй у нас вкручивается в модуль вспышки. Устанавливаем модуль вспышки. Застегиваем. И
еще один короткий серебристый винтик вот сюда вот вниз. Так, в принципе, можно сразу поставить, проверить и потом уже дособирать. Подключаем к разъему питания. Батарейка появилась, зарядка пошла. Все отлично. Собираем дальше. Итак, ставим верхнюю рамку. Кнопка западает. Застегиваем клипсы по бокам. Так, вкручиваем винты. Так, смотрим. Здесь под заглушкой у нас находится еще один винт. И дальше уже ставим зум, застегиваем. Разъем. Два коротких винта над разъемом зарядки. Один черный у нас шел вот отсюда, вот с торца. Ставим антенны модуль. И два. Остались у нас два финальных длинных винтика, закручиваем сверху в крышку сзади. Здесь явно еще должна быть какая-нибудь крышка сверху. В таком виде мне принесли девайс, поэтому там уже смотрите сами. У кого-то она будет. Кому-то принесут в таком же виде, как принесли мне. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Дов. Только что мы поменяли гнездо зарядки на Galaxy S4 Zoom. Ставим на зарядку, заряжаем и возвращаем клиенту. Всем удачи в ремонте. До новых встреч.